клан на шестых левелах в основном не участвует, правильно? Ну, редко, да. Да, блядь, когда Кирилл с Максом были, блядь, то есть в основном-то играли, блядь, 8-10 нахуй, и на шестых только в редких случаях, за исключением, когда, блядь, не было народу, нахуй. На шестых у меня, блядь, есть Кромвель, но он без экипажа, поэтому, ну, его нахуй. Поэтому я его продаю. У меня сейчас есть 323 тысячи. Я лучше себе поставлю досылатель, блядь. Это будет более результативно, чем я буду, блядь, страдать. А что у тебя еще стоит на нем? Стаб и вентиль. Стаб и вентиль. Ну, в принципе, как у меня стояло. У меня стоял досыл, стаб и вентиль, потому что оптика, у меня экипаж прокачан был, блядь, пиздато нахуй. Но это у меня на десятке. На девятке я катал вентиль, досыл, оптика. Без стаба, без сведения. Учитывая то, что я на дальней дистанции стрелял редко, я в основном на ближних дистанциях играл, блядь, на первой, второй линии. Мне там сведения особо нахуй не надо было. Он и так неплохо залетал. Вот. Не понял, что за хуйня, блядь. Орудийный досылатель среднего крипа. Ну, можно демонтировать за 10. Ай, блядь. Я теперь с досылателем. Молодец. У меня на Кромвеле он стоял. Я, блядь, за 10 голды его снял, блядь, кинул. Ну да, там же досылатель среднего калибра. Ну заебись, блядь. И покупать не надо. Ну, блядь. И танк продавать не надо, блядь. Ну правда, если ты стреляешь чаще голдой, то... Да я на Кромвеле фактически, блядь, не катаюсь. Ну даже там экипаж не 100%, блядь. Ух ты, ёб твою мать, нихуя себе, блядь. Восьмерочки, блядь. Твой выход, сэр. Ты практически в топе. Блять, можно было бы рискнуть. Только боюсь, чтобы мне скоро с этой, блядь. С полки тебя разъедет. С борщом, блядь, откинуть. Откинут мне. Угу. Еще плюс и сушка. Я просто думаю, блядь, на маяк забраться. Я ж не такой долбоёб, как, блядь, у меня был бой. 54-й, блядь, я на борще, блядь, залез на полочку. Ну, на эту. Я понял. Ты понял, да? Mm-hmm. Возле респа. И 54-й туда влезла, блядь. Стало ещё дальше, чем... Нормально. Мы, блядь, в топе против 7-х левелов. Ну, точнее, он в топе. Я что, на борще? Так, бать не успевает, это уже хорошо. Хавк, сука, блять, лезь выше. Блять, это пизда, нахуй. Так, арты нету, я поехал. Блять, смогу я проехать? Блять, ну, есть только Аня, по идее. Тройка мне не успевает дать. Ах ты, ух ты ж, блядь, давай охуеть. Ой-ой-ой, блядь. Мне бат стреляет, слышишь, блядь? Ты это, там, блядь, на себя как-то их оттягивает, тогда я помогу. У нас хавк, долбоёб, просто, понимаешь, блядь, залез бы наверх. Пиздуй, сука, блядь.
Ты дебил, блядь, ебать. ЛТ. У меня сзади куча танков, ты, блядь, на меня вкатываешь, серьезно? Пидор, я сейчас перезаряжусь, я тебя ебало раскромсаю, блядь. Ростик. Ты, блядь, наглый, очень наглый. Юдаса, если кто-то посветит, еще раз дам. Блядь. Короче, хавк сейчас трупом тупо загородит, блядь, и все. Кто поднимется? Блядь, я бы попытался прикатиться к тебе, блядь. Но, блядь, там тройка стоит, я не хочу получать лишний раз. У меня ростик сейчас. Ой-ой-ой. СТ-1, блядь, олень ебучий, блядь, продави нахуй. Откатывайся. Я не уеду, меня ростик контролит. Еду просто так. Мне надо, чтоб его заагрил кто-то, блядь. Сейчас заагрю. Еду. Твою мать, чуть я под ним перевернулся. Погнали. Сзади уже кидает бат. Добирай. Не успевай. Ух ты, блядь. Там еще Юдас сидит, нахуй. Все, запрячься. Так, попробуй по центру покидать. Блядь, они на тебя вдвоем, втроем могут покатить. Бат на КД. Мне вкинул стандарт, блять, Иудас. Ростик шотный. Он, сука, засыт. Ну сейчас к тебе наверх СТ-1 поднимется. Опа. Так. Там у тебя поддержка есть. Попробую я сейчас это по центру покидать. Смотри, как сейчас борщ сольется. Слив через 5, 4, 3, 2, 1, 0. А чё он живой ещё? Ну, СТ-1 уже выгребает. Уже два фрага. Чё, блядь? Хуя, у меня уже 2200, ебать. Тройка где-то, сука. А, не тройка, Эмиль, блядь. Да, сука, хватит по мне кидать с поджогом, пидоры. Ты видел, как я АМХ у быка взорвал? Конечно, блядь, сука. Так. Ой, хорошо. Ой, чудненько, блядь. Сейчас попробую Юдусу дать. Если меня, конечно, с полки разъебут. ПТ. Да забирай его уже, блядь. Там только скорб стоит. А, лазик внизу я вижу. А, чариотир и скорб. Лазик внизу, остальные два на полке. Хорошо. Остался чариотир, он на полочке. А ты же на КД, да? Да. Ну так не лезь. А он мог упасть. А, не он, блядь. Какой я упасть, блядь? Это ж, блядь, тираки. Нормально, 3000.
Бля, люблю. Штука 300. Люблю, сука, барабанный СТ, блядь. Штука 300, я танканул штуку 110. У нас СТ, блядь, СТ первый, точнее, блядь. Просто выехал бортом, получил и тупо начал уезжать. Заебись. Борыч, короче, заехал, стал в кустик, чтоб ты понял. Со своей, блядь, шайтан трубой. Начал выцеливать, хотя в 100 метрах от него стоит Юдас. То есть надо было просто, блядь, уже, если ты так агрессивно начал играть, блядь. То есть ты начинаешь ехать вместе с СТ-1, выезжаешь, даешь ему шот, СТ-1 его добирает. Я, блядь, на СТ-шке бываю, забираю Ростика. Ну да. То есть делаем уже минус 2 танка. А у нас 2 СТ с нулем сдохли, нахуй. Ну, блядь, нахуй. Да. Кстати, не куришь, Вовка? Курю. О, окей. Ну, давай я сейчас флешку, блин, тоже заряжу, блин. Ну, как заряжу. Типа, блядь, сигаретку вставлю в неё. А, так давай. Так, а что у меня тут? Я помню, как я, блядь, на арте выполнял ЛБЗшки, блядь. Я же вообще ёбнутый был. Ага. Уже ж так не получится, сука, как я делал. М44, 6-го левела. Ага. Фулл холда. Там курим кумулятивы. Ага. С пробоем почти 180, там 170 чем-то было. Заходишь в бой, так... Только кумули летают. 800 хп. Заебись. Называется, едет танк 6-го левела, прилетает кумуль. Нету танка 6-го левела. Охуенно такое. Ну что у него там, 680 хп, у меня средний дамаг 700. Кумуль прилетел, блядь, кумуль пробивает. Ну да. Блять, о чем говорит? Тройку, сука, в лоб пробивает. Так, 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 так. Интересный вопрос. Надо, блять, это. Так, подожди-ка. Хочу кое-что посмотреть. Добавить к сравнению. Мне интересно, блять, башня станет или, блять, башня не станет. Да за 100 000 купи себе, блядь, Тарсиона, если что. Или у тебя места нет? Да у меня места нету, в том-то и дело. Я просто смотрю, башня у меня... А! Башня станет на 100-ковый густ. Заебись. Да я просто не хочу качать, блядь, тратить опыт, нахуй, на гуслю с ходовой. То есть на топовом танке она нахуй не нужна, она там, блядь, не идет. Там у него свое все, блядь. Скорость поворота, посмотри. Скорость поворота. На 4 градуса в секунду, блядь. Ну, 4 градуса, блядь, это... И 39 против 36, нахуй. Ну, так это, блядь, охуенно. Ты же маневрировать намного лучше сможешь. Ну так-то да, с одной стороны. Ну, блядь, посмотрим. Ты когда на полном ходу едешь и пытаешься типа делать вправо-влево на стоковых гуслях, у тебя идет потеря скорости, потому что у тебя типа проходимость хуёвая. Ну да, 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 да. А если ставишь топовые, то ты начинаешь маневрировать намного быстрее. Ну, то есть, ну, на фулл скорости ты, то есть, не теряешь скорость, ты на полном ходу тупо начинаешь вправо-лево тупо делать. Ладно, посмотрим. Все равно акция идет, в принципе. Ну, я сейчас башню сначала поставлю, там все-таки плюс один снаряд еще будет. Типа барабан на 4 уже будет? Ну, по идее, должен, да. Типа ствол, блядь, десятки, нахуй, блядь, стоит уже, нахуй. Поэтому, как бы, по идее, блядь,
должно быть, блядь, 4 Я снаряда. помню, как я хэвика выкачал, блядь. Мне так охуенно нравилось играть. Это пизда, блядь. Я на Эмиле сейчас кайфую на 8-м, нахуй. Просто, блядь, топовый ствол, блядь. Я матерился на Т-69-го. На хомяка со стоковым стволом. Но когда я поставил на хомяка топовый ствол, все это, блядь, все уничтожались просто, блядь. У меня за бой там 5-6к дамага было. О, ты господи, блядь. Стоит и седьмой. Взял, короче, блядь, он расстрельнул, выехал просто, 4 снаряда отдал, блядь, штука. Называется, разминулись. У ИСа 7-го КД 12 секунд, я барабан выкидываю за 8. Я взял, тупо уехал. Ну да. Я мочи на фаре! Да, блядь. Блядь, внизу списка, ебать его, вот нахуй. Готово! Блять, вот здесь уже имеет смысл играть как цикличный, блять. То есть фу барабан, блять. Такое себе, блять, перезарядка. Даже с винтиком, блять. Ну так за этот. А, тут же ж есть эти уёвины, блять, как они называются. Такие типа, блять, блоки лежат, белые. Они не пристреливаются и не ломаются. За ними становишься, катаешься вперед-назад. Ну, типа, притом к ним прижимаешься, катаешься вперед-назад, чтобы башня туда-сюда прыгала. Да, я понял, понял. И все. Заедет. Силуэт высокий. Сюда едет C10, сюда едет фон. Баджет агрессивный. Ай, сука, блядь. 54-я ебаная, блядь, успела кинуть. Да вы, как, блядь, охуеть, блядь, порт не пробить? О-о-о. Охуеть, я всосал, блядь. Блядь, а он, сука, пидор, ждет меня, блядь. Танкуй десятку, ебать, блядь. Блядь, уже... он по мне стреляет тружка, блядь. Вот просто тружка стоит, меня в корму насилует. Ух ты ж, нихуя себе. Вот просто тружка стоит, меня, блядь, ебёт, а Плани может её, блядь, высветить. Просто, сука, поднять в башню, блядь. Абла, блядь, стоит с поврежденной боеукладкой и починить ее, сука, блядь, не может. Это, сука, инвалид, блядь. На 9-м левеле кататься без рем. А, не, подождите, мы теперь починим. Все. Естественно, все, меня ружка, блядь, тупо, блядь, с центра стояла, блядь, в корму ебала, блядь, а была не могла поднять, блядь, свою голову, чтобы его высветить. Mm-hmm. Точнее, как высветить? Даже просто по перекату проехаться, блядь, и рентгеном высветить. Это ж очень сложный геймплей. Блять, обла поехала, это... конь даже башню не разумел, блять, вообще. Ну он, я же говорю, блять, он тупо, блять, игрушка катается, обла нихуя, блять, не делает, понимаешь?
кстати, в начале соснул, блядь, на бух. А, Абла уже соснула, я понял. Ну вы просели в 2К, у вас, блядь, там только... 50... А, хомяк стоит только на дефе. На него едет гриль. Хомяку пизда. Если у меня тут одна любимая позиция. Блять, он фартовый, слышишь? Ага. Он, видимо, в колесе очень сильно много бегал. Уж 277 тупо, блядь, по нему промазал. Ой, 279 даже. Ебать, у них 279. Да это вообще это, блядь, пизда. Не, мы его на турнир катали, короче, блядь, меня звал. Влад, по-моему, меня звал на турнир 3 на 3. Короче, чтоб ты понимал, сетап 279, Проджета и 50B. Mm-hmm. Точнее, нет, стой. Суперконь 279 и 50B. У нас суперконь, потом этот, блядь, китаец, десятка. Mm-hmm. И... Блять, со 40-й, по-моему, блять, с нами был. Или ушко, или 140-й. Ну, короче, СТ-шка. Угу. Мы их тупо, блять, выебали. Блять. Когда сильный СТ, блять, тут как бы и имба-танк ничего не могут сделать. Нет, кстати, СТ у нас было слабое. У них даже арта вставили. Мы просто, блять, этот, подготовку... Всю тупо прошли без поражений. Вышли в одну 64-ю, а там уже, короче, блядь, слились. Ну что там было 140, 50B, они тупо, блядь. А, еще и карты рудники. Они гору забрали, и все, нам просто пизда приснилось. Арта выехала, забирай. Заебись. У них Бадгер, блядь, в дефе стоит. Я бы на твоем месте сейчас бы через мост просто приехал бы, зашел. Да, я понял, я так хочу сделать. Только смотри, чтоб тебе баджара сейчас не светанул. Так вот, я в любом случае его не выстрел танкую. Ну, он стерва стала на захват, они сейчас начнут нервничать. За углом, да. Так, а где у них стандарт? Вот он. У вас на базе. Уходи, он тебя засветил. Ну, вообще зашибись. Вообще я его посветил, блядь. Ну, он тебя тоже, кстати. Нет, он меня не светил. У тебя лампа загорелась. Да? Блять. А где у них артобат? Ты пока по баджеру стрелял, у тебя лампа загорелась. Но потом только светанулся этот крендель. Сворачивай тут. Он где-то в маленьких домиках, блядь, сныкался. Ну, между ними. Так, ну он меня с выстрела, по идее, не должен забрать. Хотя, блядь, сколько у бата? Ну, блядь, чё, от него может прилететь и 700, сука. Враг обнаружен.
4 секунды КД у него. Хук. Все, забирай. Хорош. 1200, ебать. Что забрать? 1092. Но они хотя бы умудрились как-то, блядь, с помощью ёбаного мата, блядь, и помощи арты, блядь, убить 2-7-9. Я думал, блядь, они не справятся с ним. Что было такое, блядь? Предчувствие, блядь. А что, блядь? Блядь, сколько у тебя, блядь? Хотя, блядь, нет. Я Кромвели все-таки продал ёбаный матч. Ты глянь на урон дробины, блядь. Сейчас, походи, я Кромвеля продам. Ты кривахуй. Как это так, нахуй? Два выстрела за бой, блядь. Два попадания, блядь. Три урона, блядь. Три, блядь. Да как? Да чем надо стрелять, нахуй? Вот не та, ебать. Да. Ух ты, блядь, я чуть не пересрал, слышишь, блядь, смотрю, 4 перка, бабский экипаж, думаю, я шо, блядь, на Кромвель поставил бабский экипаж? Это, блядь, у меня, блядь, этот, 430-й, блядь, выпал. Говорят, не прошло и полгода, интернет включили. Ну, Влад, здорово еще раз. Привет. Так. Да, сейчас какую-то игрушку интересную играл. Древнюю еще. Чё за игра-то? Ассасин? Ассасин Скрит? Да. Охуенная. Какой игра. Именно? Четвёртый? Black Flag ты имеешь? Да. Я его... Короче, я, блядь, прошел и Black Flag. Потом... Ну, все версии прошел. Это уже третий раз. Пятый это, по-моему, что там же где этот Конор, типа, блядь, этот индейец. Ты играешь за индейца, по-моему, да? Да. Вот, его я тоже прошел. А дальше я уже не стал играть, потому что... Короче, блин, на то время не было взломанных нормальных версий. А потом я начал перепроходить это, чтобы типа 100% сделать. А потом у меня наебнулся... блок питания. И что, там катаете еще? Ну да. Слышишь, я вот думаю, мне Т-52 нужен или нет? ЛТшка? Ага. Да бля, оставь ее нахуй, он так-то фановый колесник. Ну, типа, блядь, как колесник, ебать, с его мобильностью. Ну, чисто по фану, да. Просто в резерв его отправь нахуй, да и все, чтобы он глаза не мозолил. Так-то ты его, даже если продашь, ты его, блядь, потом выкупить-то можешь, он же, блядь, бессрочно нахуй будет. Так, 116-й, это что за хуйня? Это, блядь, давали то ли на Новый год, нахуй, то ли что-то такое, блядь. Ну, короче, подарочный танчик второго уровня. Ну, тоже прикольный. Третьего. А, третьего даже, да. Тоже прикольный. Прикольный? Да, я играл на нем охуенно. МК... И L60. У тебя есть еще МК? Блять, МК нахуй, нахуй. МК, это... по-моему, вообще говно. А, стоп, МК, блять, блять, не знаю, блять. Нормальный танчик, мне понравился, нахуй. Ну, они у меня все проданы, конечно, блять. У меня просто есть Т2 Light, поэтому я думаю, МК продать, нахуй. Да, блять, продай, они же все равно, блять, ты как бы потом можешь восстановить в любое время, если надо будет. Хуля не стоит, там по 110 тысяч. Блять, я, получается, сегодня, блядь, пофармил, блядь, лям 200, но у меня, блядь, на счету всего лишь 200, блядь. А, блядь, охуенная нахуй фарм, блядь. А у меня сегодня прям уже фармит. Да не, я особо за серу не парюсь, нахуй. У меня, блядь,
ростик. Так, L60. L60 тоже, блядь, по-своему нормальный, в принципе. У меня это колесник там второго или третьего уровня в коробках выбил. А. Бля, это пулеметник. У меня, блядь, есть Т2 Light. Нахуй мне еще один пулеметчик на втором левеле, еще и швед. Еще и ЛТ. Так, блядь, там в основном все ЛТ, ебать, ЛТ, блядь, мало нахуй. Сейчас, подожди. Подожди, был бы это СТ, я бы ничего не... Бля, время уже, блядь, почти 3 часа скоро. Ну, без 23, да. Так, не, ну Супер Хеллкэт я не буду продавать. Т28 HTC, блядь, говно сказочное. Я его выкупил какого-то хуя, нахуй не понимаю вообще, блядь. А, я на нем поиграл, взял мастера, продал. Не, я его уже один раз продал. Я тоже. Потом продал, выкупил. Продал. И теперь думаю, может его опять продать? А нахуй нужен этот HTC, блядь, он не фармит, блядь. Он, блядь, по сути, он говно, а не танк, нахуй. Его ебут нахуй, блядь, в щеки нахуй, блядь, поголовно все, блядь. Я его, блядь, получил сразу нахуй, блядь, я не помню, бой, наверное, я один скатал на нем, блядь, и продал его нахуй. Это говно, блядь. Я на нем тоже сыграл, там, пару боев взял мастера. Думал, что вторую метку пофармить, а, забыл, хуй, продал. Типа, блядь, эти танки, они, блядь, чисто, блядь, для прокачки экипажа, но, сука, ты пока на этом танке экипаж качнёшь, нахуй. Ну, так нахуй. Подожди, я его продал, получил лям 400. Ты столько... Что ты говоришь, он бесполезный? Не, ну, типа, да, ну, ты его выкупать будешь где-то, блядь. А выкупал ты его за сколько? Ой, блядь, я уже не помню, это было давно. Ну, там за полторашку. А, подожди, я ж могу глянуть, чё я, блядь, мозг его. Где он этот? Говно ебаное, нахуй я спрашиваю, блядь, когда я могу сам глянуть. Ну, стоит. Супер Хеллкэт это по-любому. А, блядь, 500... лям 540 восстановление, ебать. Блять, а я его продал за лям 400. Ну тогда, а выкупаешь ты его со штрафным этим, блядь. Там наценки идут. Да вообще похуй. Не, ну Супер Хеллкэт остается по-любому. Это интересная штуковина. Дядь, у меня так-то резервы включены. На опыт. А, ну да, извиняюсь. Блять. Извиняюсь, я сижу, блядь. Влад, будешь заходить, нет? Да. Сейчас мы быстренько сольемся и, короче, тебя позовем. Да ты его можешь позвать, он зайдет, присоединится, просто посидит. Да он же ж не в сети еще. Ну да, да. Сын играл там у кого-то. А, у Южного. Обе. Зато, блядь, зато у меня теперь денег, блядь, 2760, понимаешь, блядь, ну, а не сидишь, блядь, на последние 200 тысяч, блин, как дебил. Ну вот я сейчас сижу как дебил, блядь. У меня 212. У меня просто, понимаешь, блядь, была такая хуйня. Было почти 4 ляма. Выкупил 54-ку. И все, блядь, пизда, блядь. Сидишь, у тебя меньше 100 тысяч. Ага, и ты думаешь, что ли идти фармить, или, блядь. И тебя, короче, подожди, и тебя, короче, во взвод зовут, такой, а давайте на десятках. Ты такой, какие нахуй десятки, блядь, у меня серебра нет. Ну да, да. Да ладно, один бой. Да, да, стоит только раз думать. Один бой скатался, потому что у меня все десятки полголда заряжены, блядь, фактически. Ну, понятно. Ты один бой сыграл, блядь, минус 80 тысяч. Такой, ой. Да, блядь. Извините, но я это на десятках не играю, да, блядь. Мне даже танк починить не захуй, блядь. Не то, что там, блядь. Ну, так давай поиграем на восьмерках, типа, пофармишь. Ага. Чтоб я пофармил, мне надо поставить ИСа 6. Вы сейчас поставите восьмерки и затянете меня к 10 левелам, я просто буду сосать. Да.
вот даже тупо с голдой, фул голда, я тупо, блядь, уйду в такой минус, ну его нахуй, блядь. 217 пробития, блядь, на голде, это, блядь, пиздец, это охуенный танк. Да-да-да. Ну это как вот на Эмиле первом, на тупом орудии 217. Он рикошетный. Угу. ББшками кто угодно, блядь, ебёт, блядь, куда видит. Ну тогда. А чё, блядь? А! У нас ЛТ нет. Блядь, Т-10 не пробил в борт. Фальшборд, сука, ёбнутый. А чё они? Блядь, они либо проехали уже, блядь, типа я не понимаю, где все танки. Зато я вот так могу сделать. Тупо, блядь, свесился на ПТ-шку. И въебал, блядь! Сука, я перепугался, что это Эмиль по мне въебнул, блядь. Это рта всего лишь была. Я вот слышал, что у меня, короче, экипаж орёт о том, что типа ему хуёво, блядь. И я вижу, что передо мной стоит Эмиль, Лев и Объект 705. И у меня, сука, начинается паника. Да ну нахуй. КВ-4, да? КВ-4? Офигенный танк. А у вас может быть только еще Шкода, два Удеса, 44, Борщ? Да, вот они, блядь. Но Шкода есть. Пизда, я поиграю, блядь. Откатись. Можешь откатиться, засейвиться? Блять, навряд ли. Не, он сейчас 50-120 разрядится. Откатись, блядь. Я сейчас подъеду. Так, я поехал отсюда. Извините, конечно, блядь, но... У меня у ВНов нету шкуры, блядь. Я поехал. Блядь, у нас тут столько... Два, сука, мудак. Да иди нахуй. Блядь, пиздец. Ой, сука, блядь, ну, не, ну тут я сам виноват. Бат едет танковать, ебать, автобат, блядь, в рот едет, пиздец. Не, тебе ехать не стоит, тебе надо от камня ехать. Он сейчас... отходит камня, блядь, я от горки буду играть, блядь, либо... А у тебя с военными охуенно от горки играть? А я там, короче, это, через, от горочки буду. Вот могу слюб приподнимать и играться таким образом УВНом. Так, ну, блядь, они как бы там зарашили, блядь, но здесь слили, блядь. Не, ну тут я сам виноват, блядь, не надо было в два танка ехать на этот ебучий, блядь, перекат. Тут я сам виноват, нахуй. Ну, смотри, шо у меня с УВНами? У меня с УВНами всё заебись. А-а-а. Ну ты какой умный там. Шкода, да, он, блядь, он зря поехал туда, нахуй. Ну, типа, сзади ты прогета, ну, блядь, с его бронёй, нахуй. Ага, сосёшь, да? Две из трех. А, или две из четырех даже. Бля, я думаю. О, ща. Блять. Да. А чё Удес начинает сёбываться, если он. Шкода ж на КД, хули он, блядь, не выезжает. А он знает, что ты его прикрываешь. Он не полезет. Я не шот на него, они будут ждать.
Так я еще больше подожду, господи. Там уже ждать нечего. Да, захват сейчас собьют с коня. Сейчас Шкода откдешится и тупо его заберет. Прожик нихуя не сделает, я уверен. Да, ну, так. Ну, я ж тебе что сказал. Наши пока докатятся, там борщ с этим, блядь, со стандартом, них сейчас тупо разбирают нахуй. Ну он один. Ага, стандарта забрали. Коня тоже забрали, просто сейчас будет. Он будет отправляться. Борщ на каком стуле? Сука, Шкода, ты, блядь, мудак, я отсюда, он, блядь, собирался ехать. Этом, на 750-миллиметровом. На шайтанке своей, блядь. Да, скорее всего. Ну что, очень редко стрелял и, блядь, это... Давай, Проджета, едь. Враг обнаружен. Нихуя себе, блядь, это наглое. Она на базу поехала. Сука. Она поехала брать базу, у нее все хорошо. Не, ну ты прикинь, какая, сука, охуенная наглая. Ну, блядь, стрельнем из фришкода. Опять подсвет. Больше, скорее всего, в углу стоит в кустах. Да, уже все. Уже переехал. О, стрельнул. Прямо стоит. Вот как я еду. Да, он походу нихуя. Ну да, как я и думал, что он айфон валя. Я что, догорел, блядь? Да. У меня автоматически нахуй огнетушитель, какой нахуй догорел? У тебя хп много. А, два поджога? Да. Ёбаный вход, как я обожаю эту игру. Блять, можешь пофармить тоже девятку, блять, купить нахуй. Ну у меня, сука, экипаж конченый, блять. Просто вот смотри, у меня сейчас есть 2700, да? Ляма. Угу. Но у меня недокачанные 3 десятки, это бат. Это 140-й, я еще не начинал даже его качать с 40-го. И вот сейчас вышел качать пушку. Но у меня полностью фулл прокачанный 704-й. У меня, короче, дохуя девяток. То есть я, короче, девятки начну продавать и выкупать десятки. Влада пригласи. Да, я вижу, он мне писал в личку. Так. 204 000. Огонь. Ой, блядь. Ой, сука, играя на девятках, ты фарм вообще не ощущаешь, нахуй. А на десятках подал нам, блядь. Если только не на арте. Бля, чувак, был бы у меня прем, я бы вообще ощущал охуенно. Так я, у меня прем, блядь, и, блядь, я играю в основном, блядь, на ББшках, нахуй, блядь, я голду редко заряжаю, и, блядь, все равно минус.
Ну типа, блядь, урона нету, блядь, и все, нахуй. То же самое, что на 430. Накидал до хуя, получил, блядь, хоть что-то, блядь. Если не хуя, то... А я в прошлом бою сам слился. Как раз, блядь. Ну, там же ж как считается, там, короче, на это, на восьмерках, если 2К делаешь дамага, ты уже, ну, типа, даже без према, ты уже, типа, ну, в ноль выходишь. Mm. Ну, если, типа, блядь, на девятке играешь, то тебе надо 2500, 3 штуки, типа, накидать. Чтоб в ноль только выйти. Ну, чтобы выйти, типа, в ноль. Без према. Если с премом, то, грубо говоря, дели на два. Ну, понятно. Так, я твою мать. Вот у меня, вот, блядь, 277, блядь, куда бы поехать, ебать? Вот, блядь, понимаешь, блядь, вот, смотри, гору можно сейчас забрать, у нас быстрый сетап. Ну да. Но, блядь. Ну что мы там будем делать против, блядь, крана? Четвёрки, блядь. Ну четвёрка навряд ли. Блядь, четвёрка это хуйня, блядь, её в башню ушьёшь, блядь, и она, блядь... Чуть выше ее станет, и тупо, блядь, берешь и по крыше башни, блядь, ее хуяришь и все, блядь. До свидания. Блядь. Там 40 миллиметров брони в башне, в крыше. А тут камушек секретом, он просвечивается. Ты чё, блядь, охуел? Ебать, это нормально, что я, блядь, 50-120 лючок не пробил с пробитием 268. А у меня кранваген, сука, блядь, по крыше башни, блядь, по касательной, сука, блядь, пробил, хотя должен был быть рикошет. Странно, что у них такой слабый сетап сюда приехал, блядь. Я вообще думал, что будет покруче. Сука, хули ты меня на густе держишь, пидор? А кто бы тебе? А, тут еще рентгенчик пытается, понятно. Чаги, мне нам уже, по идее, должны светить. Мы попробуем вот так сделать. Оп. Ой, стандарт, блядь, наверное, сейчас матерится. Блядь, мне сейчас опять сюда можно прислать изи, блядь. Да, теперь я сейчас буду, блядь, материться. Нахуя я это делаю? Ебать его в рот, блядь. Пиздец. Смотри, сзади два барабана сейчас будут, нахуй, ебать. Сука. Хотя, тебя слили? Да я сам, блядь. В очередной раз, нахуй, блядь.
блядь, хуйню запорол. Блядь. О, в кого-то зашло прямое, блядь. От арты. А, вот сука, блядь, первым же выстрелом меня, сука, в гуслю, блядь, попасть, понимаешь? Mm. Причем кран-ваган, который просто повернул башню и, сука, стрельнул. А ну, Влад, ёбни про кран вагону еще раз, блядь, на фулочку, а лучше, блядь, пёрду. Ну, он всё-таки на гуд... Это, блядь, починился. Обнаружен противник. Не, блядь, лучше молчать, а то, блядь, реально сделаю такую хуйню, как я чуть не ляпнул только что. Угу. Чтоб, короче, блядь... Дать возможность какую гуслю чинить, правую или левую, когда у тебя обе сбиты. Ну да, блядь. А то что-то как-то неисторично, блядь. Ну да. Так, сейчас, наверное, башню докачаю, блядь. Катку скатаю, да спать пойду, блядь. Это уже, блядь, хуйню начинаю творить. Не соображаю нихуя, блядь. Вылазю сам, блядь, под 4 ствола, блядь. Ой, блядь. Сколько на башне осталось? Сейчас скажу. Не помню уж точно. Там 5200 вроде, блядь. Не так много, вот это мы с тобой нормально сыгранули, блядь. 4200. Мы вообще, блядь, в топе. В топе где? Снизу, блядь? Ну, хоть в каком-то, но топе. А можно, блядь, открыть результаты, алло? Картошка. А. Да, заебись. Особенно я, блядь. Лох. Так, сейчас 2 минуты вернусь. Давай. Так, нанести урон 5 единицам техники. Совершить 5 крит попаданий. Заработать 550 чистого за бой. Изи, ёпт. Ага. Так, а премиумные? Победить. Попасть в топ-5 по урону. 5 фрагов. Хорошо. Как скажете, блядь. Ай, так. Так. Так, завтра начнем качать Эмиля. Дальше. Дальше.
дальше начнем качать медку. Так, у меня в принципе 128 тысяч. Так, а у меня этих нету, да? 6. Тут надо 12.300 в минуту. Так, а... Что я могу поставить сюда? Поставить этот на три катки. Так, пока там
Да, тут. А, ты уже тут. Окей. Погнали тогда. Что, запускаю? Да, да. Влад, на месте. Угу. То, кстати, это новые задачи не появились, нет? Появились. А все условия. Да, я не. Условия одни. Я не посмотрел. Условия одни и те же. Не, я про это обычные, типа ежедневки. Так я тебе про то и говорю. Все те же условия. Я ж награды не посмотрел, чтобы поменять. Ага. Ну когда получишь, там уже узнаешь. Да, чтоб ты не сомневался, сейчас будет самое говно, и за один бой все-таки выплатится. Ну тогда. Играй как на малиновке, на маусе, знаешь, так это. Арта, свечу по центру, своди. Ну да, типа того. Так, и что тут делать? Да, блядь, на зелень пойти супер коня танковать. Или бабаху с ягой. 268. 2-2-6 первых. Я мутирабары! Нет. Блядь, пробую. Извините, я в город поехал. Хотя, блядь, яга может быть и в городе. Сука, тормоз ебаный, блядь. Ну видишь же стэк впереди, ну нахуя ты меня подпираешь, олень, блядь. Сам не может проехать, и меня подпор, блядь. Он ё... Охуенно по мне блайн прилип. Давай тигр поиграл у нас. Ну сука, блядь, ну какого хера? Вы мне светите и забор не ломаете, блядь. Тебя подсветили? Да. Странно. Там бабаха стоит все. Либо яга. Так какого хуя она меня пересвечивает? А, подожди, яга светилась на ЖД. Значит там бабаха скорее всего стоит. Либо 268. Ну он бабаха, блядь, в центре находится. Какая хуйня меня просветила, блядь. 268 тоже там светится. А кто тогда может там сидеть? Во флипазе, на рогах. Вот. Сука, блядь, с этой физикой новой, блядь, это пиздец. О, здравствуйте. Вот опять я в свете, блядь. Кто меня, блядь, светит? Вот кто меня, блядь, сука, светанул, блядь? Я пока КД. Блядь, на меня супер конь упарывается. Сейчас помогу. КД. Коржик. КД, 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 КД. Третий гружу. Я бы перескочил, сука, блядь, за 54-кой, но бабаха меня смущает. Чё, блядь? Заебись. Кто ёбнул? Бабаха.
надо! Бабаха едет. Ну я ее уже танковал, блядь. Лупи! КД! Добегу! Давай. Да ну нахуй. Сука. Думал, толканул. Проджета еби на густе. Не-не-не. Не смотрит. Не. Не смотрит. 5-4 и проджета забирай. Или ты КД? Я... Не... У меня фул, но, блядь, это... Не надо ждать. А, ты там. Я думал, ты еще это, с балкона стоишь. Не-не-не-не. Да, тут сейчас может, блядь. Стандарт может вылететь. Да. А тебе надо перетягиваться. А, нет. Стой. ПТшки перетягиваются. Блять, хуйня, ПТ не справились. Арты нет. Так, стандарт уехал. Ай, блять. Под его фонами не прострели, скорее всего. Не-не-не. Нет прострела. Блять. У стандарта 30-21 хп. Мне только, блять. То есть вы друг для друга шотные. Ну я понимаю, но, блять, еще куча ПТ, блять, ебаных нахуй. Обнаружен противник. Батик. У меня как назло, блядь, альфа. У бата, блядь, сколько там... А, альфа у него 300 у него... 300 альфа. У него может вылететь и больше, учитывая, что у меня 320. Блядь, вопрос вот откуда он нахуй выскочил. Стерва там контролит. Окей. Чё, блядь? Во флипазик в зелени. А, ну блять. А, с угла, блядь. Охуенно. Бат зарентгенил, тот уебал по указке, нахуй. Охуенная игра, блядь. Тупо скилл, блядь. Тупо. Ну смотри, что эта хуйня делает, блядь. Он просто разворачивается кормой. Ну, блядь. Чё говорят, подстаушников бывает, нахуй. Блядь. Я бы, блядь, на месте 704-го стоял бы, блядь, не шевелился, блядь, и не дышал бы. Только увидел бы кого-то, блядь, в простреле, ёбнул бы, блядь, хоть кого-то бы с собой, ну, забрал, они ж все шо. Ну да. Блядь, ты чего опыта дали, нихуя себе. Ну, разобрать алмазную черепашку, блядь. Выполнено. Заебись. Так глянь, блядь. Блядь. Первые, третьи ежедневки, блядь. Со старту 2... 3 из 5, 2 из 5. А ты глянь на командный результат, ёпта. Как тебе, блядь? Внизу списка, нахуй. Так, аптечки... Чертежи, кстати, два критических попадания в бою надо сделать. Мы с тобой топ-2 по опыту, нахуй. Ну, заебись. Пошел, нет, ну аптечку дадите. Внизу списка, блядь, с десятками, нахуй. Охуенно, блядь. Вот так. О, вот это я понимаю, нанести 1000 урона, блядь, и получить чертеж. Вместо того, чтобы повредить 5 танков, блядь, и получить большую аптечку. Вот это я понимаю, блядь.
А ты их что, заменяешь, что ли? Ну да. А они сразу меняются или надо ждать сутки? Смотри, тебе дается... Ты можешь поменять ЛБЗшку, ну то есть ежедневку, ага. раз в 4 часа. А, раз в 4 часа. То есть как только она появилась, ты ее тут поменяешь, ага. и потом 4 часа ты не можешь ее менять. Я понял. То есть из трех одну меняешь, которая тебе не нравится, ну то есть по награде. То есть вот у меня 25 бонов, сколько там, блядь, 2 чертежа, и была большая аптечка, типа, блядь, нанести повреждение 5 танкам. Я ее поменял, блядь, нанести 1000 урона и получишь чертеж. Хули нет. Ну, типа, рандомный чертеж. Ну, я понял. Ну, смотри, вот, элементарно, у меня первая ежедневка. Победить в первом бою, получишь 10 тысяч серебра. Хуйня на самом деле. Я ее заменил, мне выпало попасть в топ-7 по опыту, нахуй, получишь большую аптечку, нахуй. Что я ее продам, ну, блядь, те же самые 10 тысяч. Да, те же самые 10 тысяч, блядь, разницы, по сути, нахуй, никакой, блядь. Ну вот я поменял, короче, мне была большая аптечка, я поменял, мне сказали, типа, рандомный чертеж, ну, типа, техники. Ну, блядь, окей. Заебись. Это все-таки получше, чем 10 тысяч. Ну, потому что рандомный чертеж техники, это уже скидка на покупку техники, ну, да, на прокачку. Да, да, согласен. Ебать, блядь. Так. Арест, пожалуйста, можно? Блядь. Небучее говно. Так, ну типа встречка, ладно. Ну, блядь, этот респ я, блядь, вообще не очень. Да, так у них ПТТ сетап, блядь, как-то более такой интересный, понимаешь? Пободрее, скажем так. Тот же 140. Полобистей, блядь. Аньяму! Обнаружен противник. Нихуя себе, блядь, ушка уже залетела. Да. Быстрее, чем ЛТшник, блядь, доехал. Что за хуйня? Да ну нахуй. На фугасах? Да ладно. А, это арта ёбнула, понятно. И сразу минус мех, вот, сука, как я это обожаю. Убери эту хуйню, блядь. Еще и 261, блядь. Удосы, развернись, ёбни. Так, первый фраг есть, еще 4. Сука, блять, эта хуйня, блять, находится вот тут. Так. Блять, если бы я знал, что меня прикроют, если я выкачусь на центр, чтобы ушку отработать. Боюсь, 277 будет похуй, он просто выйдет. Смотри, я тебя могу прикрыть по нулевой линии, типа, блядь, уже я тут сныкался. Ну, если там будет стоять стерва. Ну просто видишь, потому что 742 этого забрали. Я понял, просто понимаешь, в чем прикол? 140 не светился, но у него уже один фраг.
То есть он теоретически он может вылететь нахуй по ДПМ у меня просто выебать. А в это время никто по нему. Да. В центре. Да, в центре. Ладно, рискну. Вот тебе 140. Он вам рештан парит. Штандарт поиграл. Мы с 30-кой заходим, по идее. Есть два. Два из пяти уже есть. 430 уходит. А, он насосал и уебал. Хорошо. Бля, уж трикана светило, ебать. Сука, я гипер. Сука, 277, бля. Сейчас я барабан отдышу. А. Окей. Abbiamo un cingolo danneggiato. Bersaglio acquisito. Li abbiamo danneggiati. Я тебе думал, он сейчас по мне ёбнет, и я сдохну. 3500 на свете. Ебануться. Наша ЛТ, наверное, вообще нихуя ничего не насветила, блядь. В этом бою. Учитывая то, блядь, сколько я насветил, нахуй. А где у них этот ёбаныч? А, они, наверное, унычку стали, блядь. Обои нахуй. А, дружище, а где твои такое, блядь? Пиздец, блядь. 710 урона. Зато 3722. Зато 3500 на света, блядь. Найс. 2900 опыта дали. Можно еще. Ну, короче, один фраг, и я третью ежедневку тоже сделал. Можно. Я еще 3400 улил нахуй. Изи, блядь. Открываем башню. Заебись. Так, а что по командным? А, ну, по урону, соответственно, я внизу списка нахуй, а по опыту топ-5. На четвертой позиции. Заебись. И ты, кстати, на третьем, да? Ну, по опыту ну, на блядь, третьем. А по урону нет. Ну да, ну, блядь, видишь, ты на третьем, потому что у тебя еще фраги есть, нахуй, у меня-то нету этого. Ты меня по опыту немножко перескакал. Так. Так, 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 так. Открываем башенку. О. И башенка становится замечательно. Столько вы продаем нахуй. Заебись. 240 тысяч. Идеально. Так, сейчас, наверное, блядь. А, блядь. Охуеть. Так. Так.
попробую вот так вот. Так вот. Так. Так, все, я готов. Тури-тури-тури-ту. А, нет, так же три снаряда, я что-то думал, что 4 должно быть, блядь. Штурм, защита. Заебись. Так, ну я направо, блядь. На свою любимую позицию. Я налево. Налево? Хочешь? Угу. Ну поехали тогда с тобой. Подожди. А, это защита, не-не-не, направо, блядь. Ну тогда, я же почему говорю, что направо, блядь, на горку. Ямочи до фары! Блядь, ну 3 арты, ебать, это пизда, нахуй. Это первый засвет, нахуй, я считаю, ангар, нахуй. Готово! Это, считай, ангар будет. Сюда стану, нахуй, мне город, блядь, под обзором. Ебона мать! Чё ты такого увидел, что удивился? Враг обнаружен! Как-то их дохуя, а-а-а, мне кажется. Да, блядь, это нормально, нахуй. Это обычно в этом режиме по КД, блядь, так летят, ну, все такие. Так, нет, мне надо, наверное, перестроиться вот сюда. У меня тут выгоднее будет позицию. По крайней мере, смогу вот эту часть видеть. У нас 54-ка айфкашит, и у нас тут фланг пустой. Ну, блять, хоть как-то будут подсвечивать, блять, пассивно. Так, а ближе, если я перекачусь. О. Блять, под нищу ушло. А, ёб твою мать. Блять, дружище, я падаю. Кто, блядь, меня оглушил? Артовод. Чё, блядь, я в борт не пробил про джета, серьёзно, блядь? Ай, помогайте. Сейчас, я КД. Ебаный в рот, ты будешь пробивать, хуйня ебаная, блядь. Блядь! Ребят, ну вы прикалываетесь. Да заебись, ебаная хуйня, как ты вовремя кидаешь твой рот, ебал. Я тебе так еще скажу, там ТВПшка фуловая стоит. Пиздец, я 3 раза, блядь, не пробил в борт, это говно, блядь. Как это работает, вообще не понимаю, блядь. Ещё Шкода, блядь, барабан.
ебать. Блять, это пиздец. Меня жестко высвечивает, блять, кто там. ТВП. У нее что, обзор такой дикий, блять? Она просто через куст, ну, за кустом стоит и тебя пересвечивает. Блять. Если бы я, блять, хотя бы, блять, пару раз перед этим пробил бы прожектор, то бы выжил, блять. Хотя бы один. Ну да, да, да. Если бы оно еще залетало бы, нахуй, ебать. Артовод, можешь по прогетку шмякнуть? Он там же возле тупа где-то катается. А, я понял. Там до конца боя. Там второй план, да, вижу. Да, вижу. А, его въебали? Нет, сука, живой. Это не того. Там проджета и ТВП. И скорее всего ушко еще где-то там, блядь. Сука, блядь, вот тут пидор везучий, я его рот ебал. Господи, почему таким гандоном везет, блядь? Это пиздец какой-то, блядь. А нет, ушко как раз таки с другой стороны у вас, блядь. А ТВП уже в центре. У тебя там Шкода и Проджета. Короче, два барабана. Да я понимаю, блядь. Но одного я забираю, блядь, с выстрела, вот второго, блядь, нет. И я ему на один барабан, блядь. Ты даже доехать не успеешь, тебе Шкода быстрее разберут. Блядь, в чём-то и дело. Я, блядь, в ахуе, ёбаный. Вот он просто выходит, нахуй, на авто, блядь, свертухи кидает. Даже не сводится, нахуй, ебать. У него барабан, хули ему терять, блядь. Ну, так-то да, блядь, согласен. Ай, блядь, а здесь чертовод стоит, блядь. Толку от него, никакого. Он тебя шуганул, как говорится, так, не сводясь. Он останавливается, у него там сколько, блядь, 2 секунды, он еще расстреляет. Если ты вылезешь, он тебе уже прицельно стрельнет. Осталось 3 минуты. Блядь, наша задача типа жить, нахуй. Почти 2к просели. Хорош. Хорош. ВП-шка там. Значит, и 430-й где-то. Соси хуй чмо на арте, блядь. Кидает он. Долбоёбы ебаные, блядь. Там он ушко уже подползла, блядь, арту забирает. Откидай по ней. А ты же её не видишь, блядь, тебе мешает корабль. Да, да, да. Там бачат, типа, ебать, барабанный, блядь. Ну, один раз садил. Бат стоит вообще в кусте, не шевелится, блядь. Влад всадил. Короче, блядь, живите 2 минуты. Блядь, живем. По крайней мере, стараемся. Блядь, не точно. Бат тупо вообще, блядь, тупо засветился и сдох. Они все там. Понятно. Артовод, извини. Выбрал ты фланг, не тот. Обнаружен противник. Хорош. Есть, уходи, блядь. Да уходи я на гусле, блядь.
До конца боя. Аккуратно арта закидывают. Не знаю. Не лезь. А я не простою 430, сейчас он упрется. Обнаружен противник. Эфинита! Сопифори! 30 секунд! Блять, блять, голдовые хуйсосы, блять. Блять, я 257. Пиздец, блять. Я его должен был, блядь, с одного выстрела забирать. Нет, это хуйня, блядь, с третьего только зашло. Ой, блядь, это я ебу в рот, этот ВВР, блядь. Чё? А, заебись. 20-й этап пройден, охуенно. У меня, блядь, уже 33-й пройден. Блять, охуею. Как? Что я тут получил, блядь, за эту хуйню, блядь? А, понятно. Бонус к экипажу. Опыту экипажа. 200% на... Ну, блядь. Это вообще, блядь, хуйня. Хотя нет. Плюс 300% свободного опыта на час. 5 штук. Неплохо, следующий будет. То, что мне надо, блядь, это СССР национальные фрагменты, блядь. 15 штук и 64. Я там, блядь, себе скидку сделаю на ушку, блядь, ее быстренько выкуплю. Мне вот я сколько уже катаю на этом стандарте, мне что-то, блядь. Вот я поставил. Топовый ствол. Типа, блядь. Альфа, блядь, выше все, но мне кажется, блядь, по точности он намного косее, чем, блядь, предтоповое нахуй. Потому что, блядь, стабилизация ствола вообще, блядь, никакущая нахуй. То есть ты пока, блядь, до конца не свелся, блядь, ебать. Даже полностью сведенным иногда улетает хуй пойми куда, блядь. Я тебе так скажу. Последнее время тупо, блядь, стреляешь, у тебя снаряды перед танком вражеским падают и все. Да. Есть такое. Полный свод, то есть, блядь, ты стрелялся четко в борт. То есть в центр танка. У тебя снаряд тупо, блядь, край сведения перед танком. Так. Хуяк. Так. Блядь, взвод сильный. Причем уже замечали, что в рандоме тупо, блядь. Говорят, что тупо так. Снаряд летит, 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 потом такой хуяк вниз. Либо, блядь, картоха где-то что-то там накрутила по поводу того, что типа дальность полета какая-то, блядь, теперь у них уникальная. Либо хуй его знает. Ну у нас же сейчас долбоёбы ТТ сольются. А я там в кустике стану постреляю. Да я тоже в кустик собираюсь тоже там стать, блять. Но у нас ТТ постреваются, это будет пиздец. Сейчас посмотрим, блять. У нас типа на зеленку по сути, да, блять. Никто и не поехал, блять, там. Не считая меня, блять. Да, блядь, 140. Конечно, передо мной стань на 150 уровня, блядь. С ДПМом, блядь. 4К, блядь. Олень, блядь. Враг обнаружен. Охуеть, я стою, блядь, девятка, нахуй, я раньше вижу эти петочки, блядь.
Маус 50-120 уже, блядь. Шотны. Уже в ангаре. Как я понимаю. Блядь. Лаза. Ну хотя, может быть, блядь, не все потеряно. А, ну все, пизда, зеленку прорашили, нахуй. Зеленку забрали. Бля, Е3 так активно давит. Я, наверное, ему помогу, блядь. Я уже все понял. Да, блядь. 0,7. И 13к просидки, блядь. Больше уже. 15. Не, 12, ты смотри. Влад, я стану в куст, сводись уже в левую сторону. Если я, блядь, успею вообще в него встать. Обнаружен противник. $320, ебать. Да, есть 390-320. Вот вопрос, куда, сука, блядь, он делся, блядь, если он стоит в 200 метрах от меня? Ага, хуй его знает. Шотная, сука, хуйня, блядь, просто взяла и исчезла. Спарилась, блядь. На, я в шоке, нахуй. Так, ну еще 20 минут поиграем. Чтоб было ровно 2 часа, блин. Кстати, что мне там за бонусную задачу дадут? А, заебись. 50 тысяч серебра, блядь. Они могли дать день према. Заебись. Т-10 0, Проджет 0, Лазик 0. Заебись. 50-120, один выстрел. И то что-то добрал. 140 кемпер хренов. И 1000 не выдал. Сдох. Конвей один выстрел. Короче, блядь. Т-30 на стоке, походу, играл. 3 выстрела, блядь. 3 попадания, один пробитие, блядь. Да. Чудненько. Колобанова бери, Влад, ты пошутил, блядь.
Один против каких там даже не пять их было, блядь. Ну да. Ой, блин. Да. Еще говорят, ночью, блин, комфортнее играть. По-моему, что ночью, что днем одинаково. Карантин, чувак. Удаленное обучение. Да. Ну, хорошо, там, типа, до 19 апреля, типа, я эти 4 ОБЗ выполнил. Ну, 4 боевых задачи. Там, спасти птицу Говоруна, алмазную черепашку, блядь. Громозея, купи газа, типа, заправил. И чё, блядь, мне дали? 9000 опыта на танк. 7 больших ремок. 7 огнетушителей автоматических. И, блядь, аж 2 бонуса плюс 300 к опыту экипажа. Mm-hmm. На 2 часа. Ебать. Много. Космонавты, блядь. Там надо поставить мод, короче, теперь кнопку не в бой, а поехали. Ну да. Не, сука, я бы супер коня забрал бы, но этот, сука, мразь, блядь, взял и исчезл. То, блядь, походу в корабли переиграл чувак, а то дым и кинул, понимаешь? Стопудово. По-другому никак. Или одел плащ-невидимку. Как эти, блядь, подлодные лодки, блядь, тестировали. Ну, блядь, погружение под землю, сука, хуяк и все, ушел, чувак. Я смотрел одного, блин, тоже, блин, стримера по кораблям, блин, как он меня подбил. Да мы стримили эту хуйню тоже, блядь. Ебать, ну такая, блядь, пиздец. Нырнул через 30 секунд и должен вынырнуть, блядь. Ну да, чтобы произвести залп. Такое, блядь. Нет. Чтоб только выжить. А, чтоб только... В смысле, подлодка, она же под водой должна постоянно. Вот ну, это. Ты нырнул, 30 секунд ты под водой плаваешь, короче, блядь, типа пуляришь всех, а потом должен вынырнуть. А, хлебнуть. И через 5 секунд обратно Охуенно. Так, блядь. Враг обнаружен. Вот, блядь, я ему вкинул, сука, блядь. Никто больше, блядь, не сделал. Ёбану вас на голову полез. Это пизда, блядь. Он сейчас всех тупо, блядь, пересек. Блядь, те кормой даже кого-то свечу, блядь. Охуенно. А у нас... У нас внизу пусто. А что, блять? Это как нахуй? А, сотка в лодке. Заебись. А, Эмиль уже сосет нахуй. От кого-то снизу, блядь. У нас он поджает уже, блядь. Половинчатый. Ну так сотка сверху светит. Артаибер. Да прожатый без руки, блядь, досталось. Ну а теперь реально сотка за фары светит, блядь, и нам пизд. Я вас понял.
Хотя сейчас попробую одну хуйню, блядь, сделать. Корму, конечно, подставлю, но хуй с ним. Нет, блядь, не хуй с ним. Эти, сука, пидорасы, блядь, все развернулись. Блядь, тяжем надо давить. Охуенно, блядь, ЛТшка свесилась тупо, блядь. Взяла мне и быка снесла нахуй. Причем, знаешь куда? В ЛТ, блядь. А я, блядь, только по гуслям стреляю. Что это за хуйня, сука, с этой игрой? Коня на центре можешь бахнуть, Влад? А, я думал, ты мне, блядь, говоришь. Не-не. М103 выехал, блядь, первым шотом мне бы как-то по нам так пытать его в рот, искать меня сейчас в жопу будет ебать. Конечно. У тебя там М60 и кранвагон. А, он спрыгнул, конечно. Заебись. Во флипазик куда смотрел? Хуй его знает, блядь. Тебя во флипазик и забрал. Нет, наш во флипазик, который на полке сидел. Его уже слили. Ой, блядь. У нас летел ЕБР. На гору. Взял, резко тормознул возле горы. И остановился. Какого хуя непонятно, но тесту ЛТ, блядь, начало лететь дальше. Ихняя. Ну да. Хоть она и подсветилась. Я ей вкинул. Еще кто-то ей вкинул. Я ей кидал, но у меня снаряд в землю перед ним уебался. И она такая, ну окей, типа, я хоть и половинчатая, но я займу гору и, блядь, всех хоть пересвечу. Блядь, у чувака, блядь, 60к боёв. 49 центов побед. Ротмента, ебать, и слиться с нулем, блядь, это пиздец. В предыдущем клане были одни фактически раки. Я катался во взводе с Денисом. У него, блядь, боев количество больше, чем у меня раза в два. Процент побед 58. Да, блядь. Ну, блядь, знаешь, как бы неплохо еще играем за сессию, 52% по... Меня 50 показывает. Ну, я же сразу с Владом вдвоем, потом тебя подключили к себе... Потом Влад ушел, мы с тобой катали. Потом теперь опять... Ну, у нас, видишь, у нас чередуется, блядь, победа, поражение, победа, поражение. Вот, ну, блядь, туда-сюда, ну. Нихуя у нас даже статистку в сетапе. Курвы, блядь. Клан Курва, блядь. Мазива, блядь. На арте, блядь. Вот. Ааа.
Avvolgiamoli! А потом статисты сидят и хуесосят ортологов. А где ты статистов увидел? На 261? Да. Блять, я стрельнул в тему, туда ты прилетел, думаю, нихуя себе, блять, я на весной траектории стреляю. Гриль был на углу, сейчас откатывает назад крест. Ты посмотри, где ихний ЕБР. В смысле? А, заебись. Хуя чувак, блять. Пойду помогу Е третьему, он же, блядь, с ебором не разберется. Уж он 705-го, блядь, там гусю ставит. Е третьего рта ебет. А, там уже бак под 54. Нам пизда. Вот, перекатывайся, блядь, назад к нам. Лечу. Ну что, семку, блядь, я долго не надкую. Охуенно. Я не светился. А, ну, блядь. Сука, мудак на СТ-2. Блять, три арты в рот мента, ебать нахуй. Так, 54. Окончато! Поехали. Надо забрать 54, да. Оу, сука, стерва. Какого хуя ее не пробил, а? 3 секунды добил. 2. 1. Дай шот. 2 секунды. Т-90. Блять, я эту хуйню, я не танкану уже. А нахуй вас, ебать. Давай, артовод, работай. Отрабатывай свой хлеб. А у нас город слили, блядь. Пиздец, блядь, я в ахуе, сука. Да пусть уже сливают. Там в ну чё его? Блять, ну шо ж вы так его забираете, блин, не культурно, а? Жесткие парни вообще. Возвращаемся. Блять, я уехал, арбуза светили. Ну ёб твою мать. А, 3. Так, еще 2 фрага. Так. Че, возвращаться дефить или че? Ну да. Вы там справитесь. У вас там вроде ебать толпа, блядь. Хуй его знает. Просто тут один 140, а там, блядь. Не берите базу, блядь, ебать. А как не брать ее, нахуй? Ладно. А, давай, вот. Иди. Курни. Да, блядь, загорел, сука, на работе. Сука, не трогай меня. Вейкуло немико диструтто. Первый фраг.
ТФК есть. Завтра? Да. Я спать буду. Позже приду. А за наушниками я не пойду одна. После боя посмотрите, сколько у меня урон. А, окей. Так. Вообще, изи. Топ-1 урон. Это в прошлой катке или в этой? В этой, да? А. Чё, ПК подорвал кому-то? Это не мне. Да я с ребятами разговариваю. А кто играет? Ну да, Вовка и Влад. Чего? Говорю, Вовка и Влад, ёпта. Егор, причём тут Егор, блядь. Время 4 утра, какой нахуй. Я и думаю, блядь. Всё, на. В смысле? А, он забыл. Ладно, поехал я. 140 тоже хочу. Ушатать немного, блядь. А я зато ЛБЗ, блядь, сука, выполнил. А, там еще тяж, ёпта моя. Сейчас пятый. Надо вкатывать. Я бы поставил, блядь, блядь, брызг. Не прыгаешь, как ага, ты еще дамага. В смысле, блядь, алло? Да в рот мента ебать, сука, вкатил, блядь. Три бесполезных снаряда, блядь. Тоже ЛБЗ, там надо воина взять, 6 фрагов, блядь. А, нормально, 6-х на взвод, нахуй. Полкоманды перебили, нахуй. Блядь, 1000 дамага, но зато 5 фрагов, всё, идите. Блядь, связь с сервером потеряна, причина перезагрузки игрового сервера. Вы охуели, блядь, вы не скажите, что вы мне, блядь, ЛБЗ не засчитаете. Вот это будет, блядь. Я